Сети на данный момент заполняются после устранения последних дефектов. И в принципе станция уже готова к восстановлению. Что у вас третья слабоская? Третья слабоская сейчас, но восстановление идет. Что у вас почегрена? Почегрена готова. Все готово. Да. Хорошо. В случае, если у вас будут при подаче теплоносителя, там, расширении там, трубы и всего остального, вы готовы там подстраховаться, может быть, там облтех у вас подстрахует или каким-то образом, в случае, когда уже пойдет сам теплоноситель по трубе? Нештатными ситуациями вы готовы? Готов. Материалы закуплены, все готово? Да, у нас есть аварийный запас, который будет использован. Что у вас с номинациями? Номинации выделены. Все у вас есть подписано? Да, я вам скажу. Номинации действуют до 17-го октября. Хорошо. Номинация действует до 17 октября. 18 октября должно быть новое постановление Кабмина о продлении спецобязанности НАТО. Это все в Украине. Хорошо. Это ничего. Когда у нас электро с Минрегионом будет? 16